Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Единственный в Татарстане вор в законе Роман Сычев, Сыч, выйдет на свободу уже на следующей неделе. Он провел в казанской ИК-2 более полутора лет. Сычева на воле ждет серьезный разговор с руководством республиканского МВД, пишет издание «Бизнес онлайн» со ссылкой на данные источника. Отмечается, что если он отречется от своего воровского титула, то потеряет репутацию в криминальных кругах и будет уже не так опасен для полиции республики. В пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Татарстан не смогли оперативно ответить на вопросы. Корреспондента попросили отправить запрос. На момент публикации ответ не был получен. Сыч был задержан в Подмосковье в 2018 году с наркотиками. В 2019 году его перевезли в казанскую колонию. Предполагалось, что там для него особое задание – объединить все колонии Татарстана, получить контроль над общаком и решать все криминальные вопросы в республике, но по данным «Бизнес онлайн», ему это не удалось. По инициативе президента России, в Уголовный кодекс Российской Федерации были внесены поправки, ужесточающие наказание за занятие высшего положения в преступной иерархии, пишет РАПСИ. Криминалист, полковник милиции в отставке Михаил Игнатов считает, что нарушение воровских принципов и ужесточение законодательства в сфере борьбы с оргпреступностью в конечном итоге приведут к полному исчезновению в стране криминальных авторитетов.